Всем привет, друзья! Я уже делала несколько обзоров о проекте Crypto.com и хотела бы сказать, что платформа разработала целую экосистему, благодаря чему криптовалюта CRO сейчас находится на 12 месте по ликвидности. Crypto.com также подробно изучил эфириум. В отчете компании прогнозируется, что рост децентрализованного финансирования продолжится в 2021 году. Более того, компания ожидает, что проекты DeFi, в которые легко инвестировать, такие как агрегаторы и децентрализованное управление активами, будут набирать популярность. Благодаря этому обеспечивается доходность свыше 20% в год. Также децентрализованное приложение кошелька позволяет пользователю хранить у себя приватные ключи. Транзакции выполняются с настраиваемой скоростью подтверждения и сетевыми сборами. Шифрование закрытых ключей происходит на устройстве пользователя, а также присутствует дополнительная защита при помощи пароля, биометрии и двухфакторной аутентификации. Выполняется взаимодействие с другими составляющими экосистемы. Также приложение позволяет покупать, продавать, хранить, отправлять и отслеживать криптовалюты, обеспечивая глубокую ликвидность и подбор лучших цен для исполнения ордеров. Добавлены дополнительные способы заработка и получения бонусов. Обеспечена гибкая и масштабируемая инфраструктура для институционалов. Изначально доступен функционал спотовой торговли плюс дополнительные услуги для розничных и корпоративных пользователей. Фиатные валюты можно купить с помощью банковского перевода, дебетовой или кредитной карты или же криптовалюты. Отправлять криптовалюту можно мгновенно и без комиссий. Также производится мониторинг более 200 монет у вас под рукой. Сюда входят цены, объем, рыночная капитализация, изменения в процентах и другое. Из-за сильного развития DeFi-платформ Crypto.com выпустила DeFi-Swap для мгновенного свапа DeFi-токенов на эфириуме. Также появились пулы ликвидности, куда вы можете вкладывать и получать пассивный доход. Вы предоставляете токены для обмена в одинаковом эквиваленте, и когда пользователь совершает сделки, они берутся из пула ликвидности. Комиссия отправляется представителям ликвидности за счет того, что мы помогли с транзакцией. С каждым днем появляются все новые пулы, и вы сможете обменивать здесь монеты. Crypto.com также добавила стейкинг токенов CRO. Для инвесторов предлагается возможность стейкинга от месяца до 4 лет, за счет чего вы можете хорошо приумножить свой профит. Из таблицы мы видим, что можем заработать от 2 до 20 иксов. Все зависит от количества застейкованных CRO. Напомню, что мобильное приложение интегрируется с платежными картами МКО Visa. Кредитные карты от Crypto.com являются точно такими же картами, с таким же функционалом и возможностями, как и любые другие банковские карты. Но, если говорить о криптовалютах, то карты МКО Visa гораздо более удобны в использовании. Платформа Crypto.com предлагает всем владельцам кредитных карт кэшбэк в размере 5%, выплачивая в криптовалюте, а для выбора доступны 5 уровней криптокарт МКО Visa. Получить доступ к более высоким уровням можно, храня на счету определенное количество стрепс. Данные карты стали доступны с 18 января 2021 года. В итоге хочется сказать, что Crypto.com стремительно развивается и имеет очень большие перспективы, что в целом сможет положительно сказаться на всей криптоиндустрии. Отзывы о Crypto.com также весьма положительны, так как компания позволяет получать доход различными способами, а деньги можно использовать благодаря платежным картам МКО Visa. Однако, прежде чем начинать пользоваться данным сервисом, стоит помнить, что некоторые функции и возможности могут быть недоступны для использования в определенных странах. На этом у меня все, друзья. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!